Всем привет! Сегодня 5 декабря 2021 год. Мы гуляем по набережной. Вот эта агава, видимо, зацветет в этом году. Гуляем по набережной, которую совсем недавно заливал шторм. Следы вот до сих пор есть. Галька валяется морская. Да, сюда приходили волны. Ух ты, сегодня занятия парусным спортом ведутся. Вот это стихия, вот это сила. Перила сюда выбросила с морского вокзала. Вот здесь вода залила соленой морской пеной. Вот это да, вот это стихия. Там бассейн чистят. Покосились фонари. Ну да, сюда вот основной удар пришелся. Удивительная стихия. Мощная. Магазинчики закрыты. В Сочи начался сезон цветения мушмулы. Ириободрия японская. С 1910-х годов массово высаживается в наших садах. И неутомимая кавказская пчела в декабре месяце опыляет замечательное субтропическое растение мушмулу. Она очень активно растет первые несколько лет. Потом ее рост замедляется, и она вступает в фазу активного плодоношения. Только постарайтесь сажать ее так, чтобы она была в полутени, то есть лучше посадить ее на западной или северной стороне. Вон сколько меда собрала. Ну, в смысле, будущего меда, вон, видите, на лапках. Жизнь макромира 5 декабря 2021 года. А сейчас, когда спокойно, когда шторма нет, гляньте, как здорово, сколько людей сегодня ловят рыбку. Мы, кстати, у нескольких ребят, которые вот этим промыслом занимаются, подписаны на них в Инстаграме и всегда покупаем свежую рыбку. Действительно свежую. Гляньте, бревно выкинуло. Проволоку намотало, принесло какие-то остатки. Не просто так здесь лежат эти огромные валуны. Их задача защищать от размыва. Потому что если вот посмотреть, вот здесь уровень и вот здесь уровень, он практически на уровне моря находится. Алыча и не думала сбрасывать листву. Воробьи довольные. Цветущая юбка. Здесь тоже слива. Пока в раздумьях. Причальным сооружениям тоже досталось.
Вот это да. Как помяло. Да, здесь после большого шторма можно интересные вещи найти. Габион чей-то вынесло на берег. Трубы. Ну да, здесь место классное. Вон еще какой-то мусор валяется. Ох, какой пень валяется. Гляньте, спиленный. Вынесла его в шторма вместе с разной сеткой. Вон еще какие-то габионные сетки. Это явно вот оттуда с поляны все тащит. Вот тоже что-то валяется. Тоже габионная сетка. Столб какой-то притащила. Еще один кусок забора. Да, поштормило в этом году, поштормило. Необычно. На оливковом дереве вон несколько оливок висит. Калистимон. Два раза в этом году. Как всегда, порадовавший своим активным цветением. Смолосемянники. Вот обратите внимание, ох, какая агава. Смотрите, вот они, красавчики. Они не только декоративно-лиственные, но и декоративно-плодовые. Вот они, семена. Оп! Оно активно плодоносит. Позволю себя сорвать, показать вам поближе. Вот они, семена. Кстати, есть небольшая ассоциация с семенами магнолии. Они тоже вот так высыпаются. Но ботанически они очень далеки друг от друга. Вон огромное количество семян. Но, к сожалению, эти семена не взойдут. Да, растение активно плодоносит, но семена обладают очень низкой схожестью. Замечательная погода сегодня. 5 декабря. Самое то для занятия парусными видами спорта. Вот до сюда, до магазинчиков. Набросало в шторм. Песок. Ну, вы знаете, если вот посмотреть на эту ситуацию исторически, вот видите, фонтан как закидало песком, то люди в 2009, особенно активно, в 2013 году забрали у моря как раз вот эту прибойную полосу песка. То есть вот та набережная, которая существует сейчас, она очень короткая, она очень маленькая. На самом деле здесь были такие 180 метров пляжа. И то, что море набросало сюда песок, это просто после Олимпиады такое случилось второй раз, после строительства набережной. А на самом деле здесь всегда был вот такой песчаный пляж. Я когда маленьким был, подростком, да нет, я уже женился, мы уже с женой сюда приезжали. С палатками, с мангалом. Ну то есть здесь была песчаная полоса, да. Просто такой шторм не часто случается, поэтому он удивил сочинцев, гостей города. Вон, видите, как лавочки засыпаны песком. Но на самом деле в этом нет абсолютно ничего удивительного. Просто мы попытались наступить на море. Ну, отобрали у него. Ну, вот метров 50. А на самом деле это прибойная полоса. Море просто нам напоминает о том, что а вот и нет.
А вот и нет. Это моя территория. Если вы посмотрите фотографии и меретинки, которые были сделаны лет там 50 назад, да даже 20-30, вы с удивлением обнаружите, что, ну да, здесь был песчаный пляж. А люди построили кафе, построили набережную. К сожалению, вот эти вот отбойники не очень сильно помогают. О, птицы полетели перелетные. Вон как песочек накидало. Вот это да. Фонтан выключен, но его забрызгало, засыпало песком. Вон как красиво сейчас выглядят снежные горы. Набережная после шторма. Да, песка очень много. Но здесь действительно когда-то была набережная. Ну, в смысле, была линия прибоя из песка. Ой, раннее утро. Сегодня много людей на берегу, гляньте. И рыбаки, и прогуливающиеся. И вон чомга плавает. Наша любимая. Нахохлились. Сочинские голуби. В шоке после шторма. Пойдемте погуляем, посмотрим. Сейчас море успокоилось. О, посмотрите сколько. В общем, вот то, докуда долетел песок, это все был пляж. У меня есть фотографии, сделанные там в 50-е годы, в 60-е годы, когда здесь существовал совхоз имени Фрунзе, а потом Адлерский овощемолочный совхоз номер один. Кстати, совхоз миллионер, очень богатый, потому что обеспечивал молочной продукцией, обеспечивал свининой, свиноферма здесь была огромная, обеспечивал свежими овощами, ну, практически весь город Сочи. Вот видите? Песок долетел вот до этой полосы. Это и есть прибойная полоса, которая когда-то была у этого участка берега. Вот улица Урицкого, вон они, домики появляются за итальянскими соснами, которые у нас растянуты, потому что очень мягкая древесина. И эти сосны, они не очень сопротивляются ветру, поэтому в тех местах, где они растут, это Апеннинский полуостров, Италия, они просто ложатся на скалы. Вот видите, сосны наклонились. Они словно изгибаются. Поэтому их на растяжечки надо обязательно ставить. И вон улица Урицкого. О, калистемон цветет. Сейчас подойдем, посмотрим. Она построена... Ну, дома стоят с учетом линии прибоя. До них песок не долетел. Люди ж не просто так ставили дома. Получается, мы оттяпали... Ну, достаточно много. Пойдемте посмотрим на цветущий калистемон. Знаете, что самое плохое? То, что морская вода сейчас попала вот сюда, на клумбы. И произошло засаливание почвы. Это не есть хорошо. Гляньте, с тамарикса даже еще листва не опала. Красавчик, конечно. А вот и цветущий калистемон. Вы только гляньте, он еще и растет, продолжает. Растение азиатского, тихоокеанского региона. Как необычно выглядит листочек тополя. На пришельца. Для тополя это пришелец. А вон пчелка летает. Здесь не вижу. Пока ни одной. Сделаю фоточку. И пойдем с вами дальше. На этой оливе никого нет. В смысле плодов.
Пойдемте в ту сторону, дойдем до места, где располагался бывший рыбзавод. Он, кстати, располагался там, где сейчас стадион Фишт. Ой, 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 красавцы. А этот вообще, гляньте, зарядку делает. Фитнес Кэт. У меня нет с собой ничего. Просто вас фоткаю на фоне моря. Это знаете, как у нас мемики ходят? Даже кот отдыхает на море. Ой, пушистик. Симпатяга. А это такой прям бойцовский. Мест на самом берегу, где сохранилась маленькая-маленькая, совсем исчезающая популяция орунда тростникового. Здесь его было очень много. Он отделял сплошной полосой улицу Урицкого от берега, от песчаной полосы. А сейчас вот в одном месте торчат маленькие, ну как маленькие, стебли. И все. А в принципе аж туда, до современного стадиона Фиш, была сплошная полоса. А сейчас здесь, гляньте, сосны. Оливки. Бананы Басио, потрепанные ветром, штормом. Сюда тоже немножко понакидало песок. Тополя стоят, которые здесь когда-то и росли. Старожилы. 50-х годов. Они ровесники тех самых тополей, которые сажали по всей стране. О, кактус спрятался под юбкой. Не плодоносит. Вот он внизу. Опунция. Качельки на берегу стоят. И плодоносящий смолосемянник. Усыпанный ягодами, гляньте, пожалуйста. Сколько их там. Там когда-то за домом культуры располагалась огромнейшая, прям настоящая свиноферма. Кто бы мог себе представить в 1950-е, 60-е годы, как здесь все изменится к 2014-му. А потом к 2021-му наполнится вот этим вот оазисом магазинов. Один магазин был. Один. Ну ладно, там на первом этаже конторы и рядом магазинчик, все на Урицкого. А сейчас количество магазинов, конечно, зашкаливает. Здесь можно в буквальном смысле купить все. Сегодня, кстати, замечательная погода. О! Вот видите, как сильно сократилась пляжная полоса. Сползает, проваливается она туда вниз. Ну, я думаю, что найдут способ решить эту проблему.
надеюсь на это. Пингвин шоу. Дрессированные пингвины. Это что-то очень странное. Магеллан отправляется в кругосветное путешествие. Да, Магеллан. Ну, как мы знаем с вами, Магеллан не смог в 1522 году завершить путешествие. Вернулась одна Виктория. При этом капитаном оказался Элькана. Участник, кстати, заговора против Магеллана, который случился у берегов Патагонии. Ну вот судьба, да, странная, интересная. Бывает же такое. Сначала ты участник заговора, тебя жалеют и не вешают. И даже не оставляют на Патагонском берегу. А потом ты возвращаешься назад во главе первой на планете кругосветной экспедиции. Фантастика. Приближаемся. Ну, проходим мимо места, где когда-то парочки гуляли здесь по берегу. Молодые, юные, задорные комсомольцы. Сотрудники, работники совхоза. Вон там вдали есть несколько эвкалиптов и фантастических пиний. Вот эвкалипты — это удивительные посадки, сделанные здесь еще в 1930-е и 40-е годы. У меня есть уникальные фотки, сделанные в начале 1960-х здесь на берегу семьями работников совхоза с видом вон туда на мыс. Там еще видны краны, только не строящегося гостиничного комплекса, а конвейерной линии рыбзавода. У нас здесь два было на территории Адлеровского района. Один, ну там сейчас улица Просвещения в Адлере, и второй здесь. Вот она замечательная. Агава цветет. Сюда песок не долетел. Прикольный гостиничный комплекс. Вот этот вот Арфа. Вообще место уникальное. Там с той стороны остался ряд домиков, мы к ним сейчас подойдем. Которому уже 70 лет. 1950 года постройки, улица Урицкого. И многие дома сохранились вот в первозданном виде. И когда построили, немцы все строили, пленные. И когда построили, их назвали финскими. А вон он, огромный эвкалипт возвышается, видите? Вон еще один, там же пиния. Это вот те самые огромные деревья, на фоне которых фоткались еще в 50-е годы. Пальмы, конечно, в ужасе. Слов нет. Ну, смотрите, вот все здесь новое, кроме кипарисов, вот этой сосны и вот этого эвкалипта. Ему уже больше 80 лет. Неплохо выглядит. Заботливо спрятанные цикасы. Ростовую почку сохраняют. А, вон, видите, какие детки замечательные. Правда, их так просто не оторвать от ствола. Там прям нужен топор или хорошо заточенная штыковая лопата.
Причем не такая, которая продается в Леруа Мерлен, уж извините, пожалуйста. А такая, советская, с закалкой. Вон, Мелия. Красотка. Листву сбросила, ягоды висят. Ягоды такие вонючие. Так и не нашлось на эти ягоды едоков в Сочи. Я имею в виду птиц. Я имею в виду птиц. Ни одной оливки не осталось. Олива на берегу моря. Ух ты! Гляньте, какая красота! Какой молодой подрост. К сожалению, это свидетельство гибели растения. Да, мощные растения, которые выполняют сейчас декоративную функцию. Вон сколько рыбаков. Сейчас барабулька. О, видите? Долетали сюда брызги. О, сколько песочка накидало. А впереди... Ну, здесь волна нашла себе выход. Здесь мы отобрали у набережной еще больше территории. Вот она и возмутилась. Гляньте, как замечательно. Здесь вот уже все убрали. А здесь еще нет. Ох, сколько песка накидало, вы только гляньте. Вообще класс. О, понакидало гальки, гляньте сколько. Хорошо, стекла целые. Вон докуда долетали камни. Вот это склад песка. И все под пампасскую траву. Вот это да. Все здесь поломало. Давайте подойдем поближе. До пальм, конечно, достало. До оливок тоже. Клен дланевидный, последнюю листву сбрасывает. Вот они последствия стихии. Порвало, сломало. Пойдем, пройдем чуть ближе. О, сегодня еще и дождик накрапывает. Вот вчера была чудесная погода. Вчера столько всего сделали. В рамках очень классного события. Прям сказочно. Да, потрепало. Гляньте, как камни повыворачивало.
Хотя флаг сегодня желтый. Вот это да. Следы стихии. Уцелел дракончик. Да. Неукротимая сила стихии. Там он тоже что-то вывернуло. Кому-то уши оторвало. Да уж. Вот какой замечательный вид. Композиция. Песок, насыпанный на набережной. Цикасы, замечательные пальмы. И заснеженный Кавказ.